Роттердаме на Евровидении. Очень серьезные ограничения. Там, ну вот так вот, как здесь у нас, это невозможно представить там. Там все делегации друг от друга, скажем так, отдалены, у всех специальные медальки такие, ну не медальки, как они называются, которые отслеживают геолокацию, то есть у каждого, да, и то есть чтобы люди рядом не стояли вместе, и, в общем, это все. И тесты сдают все, даже зрители, для того, чтобы попасть в арену, нужно сдать в день концерта, сдать тест, и чтобы он был отрицательный, поэтому все, вся аудитория, все зрители, которые там, они все проверены негативно. Я имею в виду, что у них анализ негативный. И то же самое происходит с делегациями, с артистами. Каждый день люди сдают тест.